Ну что, погнали, попробуем, вытащим, посмотрим, зубастая там должна быть. Ага, вот сейчас начала давить, слабина была, подлунка стояла, видимо. Начала давить сейчас. О, хорошая, ребята, хорошая. Забирает, о, хорошая это должна быть, да. Давит хорошо прям, о. Хорошие, ребята, да. Это хорошая щука. Всем привет. Сегодня очередная рыбалка на жерлицы. Начал ставить жерлицы. Еще все не доставил. Как обычно, Посейдон сразу же мне сработку приготовил. Я еще не доставил. Смотрю, есть сработка. Сейчас пойдем проверять. Сейчас я вам покажу сначала. Вот видите, и крутится. Ага, крутится. Пойдемте проверим. Пойдемте посмотрим, что там попалось. Ага, крутится еще. Крутится. О, активно забирает, смотрите. Столько времени я пока шел, она крутилась. До сих пор крутится еще. Щука там, наверное, попалась. Классно, ребята, первая сработка есть. Как обычно, Посейдон балует меня сработкой. Говорю же, повторюсь, то, что еще не расставил, даже все, уже сработка есть. Так, сейчас что-то тормознуло. Сейчас будем вытаскивать. Погодка сегодня классная. Не сильный ветерочек такой есть, ну такой умеренный. И температура не холодно, минус 3 градуса примерно. Я так шугу немного накидал на жерлицу, чтобы просто ветром ее не сдуло или чтобы она не опрокинулась. Ну что, подсекаем и погнали. Там она должна быть. А если даже нет, то ничего страшного. Что-то пока остановилось. До этого крутило, 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 остановилось пока. Наверное, заглотило. Сошла, сошла щука. Видимо, этот плохо заглотила. Нету рыбы. Поторопился немного. Наверное. Только Посейдон знает. Но у него много времени было. Это, наверное, какая-то некрупная щука. Живец вполне живой, даже такой не этот. Нетронутый. Нормально так сидит. Все хорошо. Классно, первая сработочка есть, пусть и холостая, уже хорошо. Посидим, подождем еще другие сработки. Сейчас еще жерлицы доставлю, еще не доставил. И будем сработку еще одну ждать. Ну, эта щука вернется, она этот не укололась, ничего, просто этот, видимо, где-то, может, за хвост живца держала, может, еще что-то. Может, не крупная какая-то, посмотрим. Ребята, я только вернулся от той сработки. К этой жерлице, которую ставил вот здесь. Здесь, видите, еще одна сработка сразу же. Моментально, следом прям. Прикольно, супер. Он крутит, крутит. Вообще классно. Так, надо будет сейчас вторую камеру включить, чтобы интереснее было. Пока потихоньку мотает, пока забирает. Смотрите, как равномерно крутит. Классно. О, крутит хорошо. О, как забирает. Что-то побыстрее начала крутить. Вообще отлично. Это такой момент, когда крутит, вообще классный. Смотрите, как крутит классно. О, только так, паровоз. Ох, какая скорость, смотрите. Вот эта скорость. Он как газует. Так, ну надо подсекать ее. Сейчас багорик возьму, на всякий случай, поближе к себе. Надо подсекать эту зубастую. Остановилась. Супер, ребятушки, есть. Вторая сработочка, классная. Посмотрим сейчас. Остановилась. Так, ну ладно, подсекай, погнали. Там, нет. Там должна быть.
Ага. Там еще чувствую ее. Там она идет ко мне потихоньку. Выходит. Давай, иди сюда, зубастая. Выходи. Ох, что-то дает так. Хорошие ребята, походу, делал. Хорошенькая. Да, есть, вот она. Есть. Супер, ребята, первая есть. Супер. Заглотила неплохо, кстати. Нормально заглотила. Так, надо ее глушануть, а то сейчас будет крутиться, вертеться опять. Вон же. Психовать будет сейчас. Такая киложка примерно. Съедобная. Тихо. Класс, ребята. Вообще настроение сразу. Я еще говорю, даже жерлицу не успел еще расставить. Поставил вот эту жерлицу и пошел ту проверять. Сейчас как получилось, вот я вам рассказываю. Ну, сами видели, там холостая сработка была. Потом назад вернулся к этой жерлице, которую ставил там по очереди. Хотел после нее следующую ставить. Смотрю, это сработало, которую вот самую последнюю поставил. То есть моментально сработало там в течение 5 минут. Так, сейчас хотел здесь. Думаю, где-то около килограмма она весит. Примерно. Да. Вот килограмм. Видно, да? Килошная. Супер. Смотрите, какая красавица. Есть. В снегу уже вся, правда. Такая вот красотка, ребята. Есть, супер. И это еще только начало рыбалки. Посидим, посмотрим, может, сейчас сработочки будут. Должны быть, потому что если так начало клевать, то должны быть сработки. Ладно, пойду жерлицы доставлять. Надеюсь, получится доставить все жерлицы, которые хотел поставить. Посейдон, спасибо за классную рыбалку. Всегда спасибо. Надо же щуку освободить. Она там неплохо так заглотила. Кто в первый раз видео смотрит, я ставлю двойнички обычно. На поводок, металлический поводок обычно ставлю. Флюорокарбоном не пользуюсь, мне не нравится флюорокарбон, сразу говорю. Вот, смотрите, прямо у нее, не знаю, вот видно будет вам, нет, прям в глотке, короче, этот живец он. Можно его, в принципе, даже, она головой уже туда этот, голову проглотила у живца. Ну, сейчас попробуем. Так, крючок вытащил, живец там остался. То есть моментально она заглатывает, когда хочет. Нет, не церемонится. Вот живец. Ну-ка, живой еще нет. Удастся его спасти. Может, оклемается сейчас. Да, вроде этот пузырек вышел из-под этого, из-под жабер. Оклемается, может. Вот так вот хорошо сработал этот двойничок. Отлично работает. За спинку двойничок. Вот таким способом он крепится. Вот таким. Так, ну что, ребята, жерлицы расставлены. Больше пока сработок нету. Сейчас пойду поближе к берегу. Там сделаю лунки и этот. Попробую посидеть, половить живца, окушка. Запастись надо.
Так, ну что, сделал лунку вот так вот вдоль берега. Вот здесь вот берег. Несколько лунок сделал. Сейчас попробую марнышкой поиграть вот здесь. Посмотрим. Подразнить окушка надо. Так, как обычно, на эту мормышку. Тонкая леска здесь 008, паутинка. Вот такая вот маленькая мормышка. С желтой бусинкой я привязал на нее. Сейчас на дно отпустим. Здесь глубина где-то около 2 метров должна быть. Посмотрим. Так, ветер справа дует. Надо вот так вот прикрыть хотя бы ногой. Все, до дна мормышка дошла. Здесь травы еще много. Посмотрим сейчас, если... Надеюсь, не такое место, где много травы, чтобы мормышка не цеплялась. Оп, поклевка сразу же. Только опустил. Оп, и что-то хорошее было. Прям так давило хорошо. Такой крупный окунь, что ли, был. Сорвался. Прям так давил хорошо вообще. Такой окунь крупный, поход, делал. Даже еще опустить не успел. Так, ну посмотрим. Оп, есть. Есть, вот он. Сразу же попался. Вот удачная лунка. Так, пока я их сюда брошу. Здесь вот у меня старые уснувшие окушки уже. Пока сюда их буду складывать. Вот так хорошо, когда он клюет. Иногда некоторые дни он вообще какой-то капризный, прямо его фиг поймаешь. Оп, есть. Сразу же сорвался. Уже второй сорвался. Прям немножко его дотащил, поднял его. С метр примерно протащил, он смотался. Оп, есть. Сразу же. Вот он плохо держался, вот уже. Прям в руке сорвался. Хорошо здесь сидеть, лес прикрывает от ветра. Ветер усилился вот сейчас. До этого не такой сильный был, сейчас посильнее стал. Оп, сразу же есть. О, сразу же попался. Я даже играть еще не начал, уже зацепился. Вот мормышка вообще не дает шансов. Вот эта желтая бусинка окуню не дает шансов вообще. Оп, есть. Сразу же полосатик попался, разбойник. Один за другим прям. Оп, такая удачная лунка. Видимо, где-то попал в каком-то месте, где травы немного. Оп, есть. Даже еще не успел этот ничего сыграть, даже не успел. Оп, упал в лунку прям, обратно ушел. Там, походу, дело куча этого окуня стоит. Есть. Вот он попался. Хорошенький вот этот для живца. У тебя что-то покрупнее какие-то. Ну, я думаю, тоже крупного окуня тоже есть смысл ставить, потому что он этот. Может привлечь крупную щуку, крупный окунь. Вот он, попался. Что-то думаю, что леска не натягивается. Ага, вот он. Сейчас 20-30 наловить, запасом нормально будет. Вот такой хороший размерчик, не крупный. Живцовый самый раз. Есть. Попался.
Попался еще один красавчик. Погодка классная. Ветерочек так шумит. Деревья колышет. Вот этот сосновый лес. Шум такой приятный. Гул ветра классно вообще. И солнышко выглянуло. Посидел, окушков половил. На жерлице сработок нет пока. Вот в течение полтора часа примерно ни одной сработки не было. После тех двух щук. После, вернее, тех двух сработок и после пойманной щуки. Тишина пока. Сейчас хочу пока чайку попить. Через полчасика где-то закат. Посмотрим, может сейчас на закате будет какая-то сработочка. Ну, вот вечерний выход может будет. Всем приятного чаепития. Думаю, чайку попью. И что-то выстрелит. Посмотрим, в общем. Чаек класс на рыбалке. Вокруг красота. Ветер стих потихоньку. Облачно. Закат не будет видно. Ну и ладно. В другой раз закат посмотрим. Только, ребята, я сказал то, что сейчас будет вечерний выход. Есть работка. Вот. Через одну жерлицу, видите? Так, не видно, не видно пока, крутится или нет. Пойдемте поближе посмотрим. Щука, может, там еще сидит. Ага, есть. Крутится, ребята. Крутится, забирает потихоньку. Щука там еще. Потихоньку крутит, выкручивает, забирает. О, как газует. Леска там есть еще. Так, сейчас посмотрим. Горик здесь, лески мало осталось там, на жерлице. Леска почти закончилась. Сейчас посмотрим. Зубастая там еще должна быть. Ага, вон забирает, крутится. Да, он крутит, крутит. Так, ну что, подсекаю, погнали. Надо вытаскивать эту зубастую. Вон она, там еще. Заглотила. Давайте, погнали. Хватит, наверное, ей крутить уже. Накрутилась уже. А, там еще, чувствую. Там еще сопротивляется. Сопротивляется, давит. О, хорошая должна быть, давит. Заходи в лунку, хорошенькая. Вот она. Есть, ребята, есть. Попалась. Выплюнула живца. Попалась прям этот
крючок на краю пасти у нее. Сейчас я вам покажу. Перчатку одену, чтобы этот руку не мочить. Тихо, зубастик. Сейчас закрутила, всю леску закрутила, зараза. У нее еще рана на брюхе. Она, видимо, этот в какой-то пасти уже побывала. Это щука сама. Так, надо было сразу глушануть ее. Он как крокодил, он накрутил сейчас леску на себя. Сейчас надо будет сидеть распутывать. Вот она, ребята, есть. Вторая щучка поймана. Порадовала своей прокруткой. Вот в рыбалке на желице мне нравится сидеть и наблюдать, как крутится желица вот в самый такой момент. Не знаю, как это передать вот словами. То, что ставишь желицу, ждешь, потом видишь, как она крутит, как она уходит, рыба. То есть вот этот самый такой момент интригующий. Такая вот, ребята, такая же киложка примерно она. Может, грамм 900, килограммчик. Вот крючок куда попался. Сейчас я вам хотел показать, куда засекся. Вот здесь вот он. Прямо вот здесь вот, ребята, вот он. Видите крючок, да? Двойничок, как у нее сидит вот. Ну так, хорошо, я бы сказал. Прям ей в этот, в челюсть попал. Вот он. Вот здесь прям. Даже так не вытащишь сразу. Давай еще чуть-чуть осталось, отдавай крючок. Сразу и не вытащишь. Хоть плоскогубцы бери, блин. Вытаскивай. Вот, удалось освободить. Вот двойничок. Хорошо работает. Отлично. И этот... Проблема с бородами тоже решена. То, что я там поставил на желице под этот ветошь. То, что поставил на желице вот этот кусочек ткани. Ну, ветошь такая, типа валенок. Знаете, из чего валенки делают? Такая тонкая она. Еще делают шапки для бани, знаете, из такого материала. И очень хорошо этот помогает. То есть... Нету свободного хода, то есть нету такого, чтобы борода образовалась. Классно работает. Так, ну ладно. Где-то полчасика еще до заката есть. Посмотрим, может, что с работочки будут. Классно. Посейдон еще раз порадовал щучкой. Супер. Вот она, красавица есть. Сейчас надо будет здесь распутать. Она немного на себя накрутила. Классно. Так, еще немножко... До заката осталось. Я свои дела сделал, там окуня наловил на живца. У меня окуня достаточно. Сейчас хочу, наверное, чтобы чем-то полезным заняться. Пока жду сработку, наверное, рыбу почищу сразу. Домой ее чищенную привезу. Прямо на водоеме вот так ее почищу сейчас. И дома очищенную привезу, сразу ее закину на сковородку. Рыбу надо жареную кушать, ребята. Рыба очень полезная. Я вот много рыбачу, но рыбу почему-то редко ем. Надо почаще рыбу кушать. Хотя бы раз в неделю. Там кальция много. Фтор, там много микроэлементов для организма. Все, ребят, 5 минут и готово. Оба хвоста очищены. Класс. Не надо будет дома там раковину марать. Мучиться. Рыбу чистил. Есть еще одна сработка. Сейчас пойдем посмотрим. Сейчас посмотрим, где там сработочка, ребята. Вот флажок горит. Желица сработала, не крутится пока. Пойдем типа, сейчас поближе посмотрим. А, вот закрутилась сейчас.
закрутилась. Видел, как крутилась. Ну, пойдемте сейчас посмотрим, что там. Так, не крутится пока. Немного крутилось, я вот видел, когда подошел. Немножко пару оборотов сделала. Леска натянута. О, она почти всю леску вымотала. Почти что этот. Лески нет на катушке, очень мало лески. Ну что, погнали, попробуем, вытащим. Посмотрим, зубастая там должна быть. Ага, вот сейчас начала давить. Слабина была, подлунка стояла, видимо. Начала давить сейчас. О, хорошая, ребята, хорошая. Забирает. О, хорошая это должна быть, да. Давит хорошо прям. О, хорошие, ребята, да. Это хорошая щука. Это крупная. Сразу было понятно то, что это крупная. Потому что давила конкретно. Хорошая. Так, сразу глушануть надо ее. Вот так вот. Класс. Такая где-то под 2 килограмма. Сейчас взвесим, посмотрим. Есть, ребята, есть. Сейчас весы возьму, взвесим ее, посмотрим. Сразу по сопротивлению было видно то, что этот, то, что хорошая щука. То, что она так давила вообще конкретно. Да, ребята, это почти что двушка. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите. 1,5 показывает на этих весах. Ну, кто знаком с моими весами, да? Помню то, что они на 200 грамм меньше показывают. То есть, кило 700. Кило 700, ребята. Хорошая. Есть. Вот она. Кило 700, ребята. Трофейчик взят сегодня. Кило 700. Для меня это трофей. Для кого как. Для меня это хорошая щука. Потому что полторашки, двушки здесь вот редко попадаются. В основном килограммовый стандарт. Супер, ребята. Есть. Сейчас посмотрим, как заглотила. Вон, смотрите, как заглотила, ребята. Вон. Там у нее где-то двойничок в глубине, прям в глотке. Даже не видно. Ну-ка. О, там только хвостик чуть-чуть торчит от этого, от живца. Только в глотке там чуть-чуть хвостик торчит. Так, ладно, сейчас буду операцию делать, вытаскивать. Оп. И порвался. Крючок там остался, чуть дернул. Крючок там остался. Поводок плохой, надо поводок поменять. Он изношенный уже. Но надо все равно вытащить, чтобы этот... Если есть, будем эту щуку, чтобы крючок не попался никому. Но он не попадется, уж он в этом глотке останется. Класс. Ребята, класс. Как крючок-то сейчас вытащить, ё-моё. Блин, вот эта щука дает, а. Порвало поводок. Эти поводки на тонаровских железах, вроде, ну, смотришь, вроде такие тонкие, такие малозаметные, думаешь, хорошо ловит, но вот видите, чуть-чуть потянул и порвалось. Даже в том месте нигде зубами трется этот поводок, а там, где крючок крепится. Короче, этот, плохие поводки надо такие поставить, которые я обычно ставлю, зеленые. Так, ну ладно, посмотрим, может, еще что-то клюнет. Эту полторашку тоже надо почистить. Мама рыбу просила. Уже пару дней назад сразу для нее почищу, завезу ей. Пусть мама тоже покушает. Еще одна сработка, ребята. Пока я там щуку эту чистил, возился пока с ней, еще одна сработка. В общем, полезно на рыбалке рыбу чистить. Особенно на рыбалке с желецами. Пока чистишь там, полезным делом занимаешься. Другая железа срабатывает. А потом еще одна, а потом еще одна. Так.
Сейчас посмотрим, что там попалось-то. Все уже происходит в сумерках. Все происходит в сумерках. Любит она вот так вот под вечер, когда уже темнеет. Любит она на ужин выходить. Вон, видите, крутится. Там еще зубастый, он крутит, забирает. Не знаю, сейчас видно будет, нет. Темно уже. Темнеет. Ну что, подсекаем, погнали. Там, думаю, еще зубастая. Ага. Ко мне пошла. Давит. И там она еще. Ко мне идет, на меня идет. О, что тут давит, ребята. Тоже хорошая, что ли. Давит прям хорошо так. Оп, начала сопротивляться. Вот она, есть. Есть еще одна. Это уже чуть поменьше килошка такая. Класс. Есть еще одна, ребята. Четвертый хвост на сегодня. Супер. И сюда. Вот она. Супер, ребята. Четвертый хвост взят. Вот она. Тоже хорошо заглотила, судя по тому, что вертлюжок вот здесь, вот видите у меня. А этот поводок весь где-то у него в пасти глубоко крючок. Сейчас буду освобождать. Супер! Сегодня вообще супер рыбалка. Рыбу чищу, сработка. Рыбу чищу, сработка, короче. Сейчас, если я эту начну чистить, еще там сработка будет, наверное. Классно. И все происходит на закате, когда уже солнце зашло. Супер. Вечерний выход, класс. Класс, ветерочек что-то поднялся такой. Нормально добрался до машины. Сейчас поеду домой рыбку жарить. Такая классная рыбалочка сегодня получилась. Вы смотрите другие видео на моем канале. Увидимся в следующем видео с вами. На следующей рыбалке. Всем пока. Thank you.